Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Эй, малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Огонек. Здравствуй, ежик. Ого, какая у тебя башня. Здравствуйте. Ага, только это не башня. Интересно, а что же тогда? Это замок для принцессы. Ежик, чур, я с тобой. А вот и не замок. И ни для какой не принцессы. Это для крошика. Для крошика? А где же он сам? Там, заблудился, дорогу найти не может. Ага, будем дорогу строить, разноцветную. Оп. Да нет же, не такую дорогу, морскую. Отдай. Нет, ты отдай. Нет, отдай. Я сейчас, мигом, только огонек принесу. Опля, сейчас будет и замок, и дорожка разноцветная. Тигруня, может быть, дождешься ежика? Не, я сама тут все перестрою. Ежик видит, обрадуется. Я тут, я уже, ой. Как же крошек теперь найдет дорогу без маяка? Ах, вот что ты строил, маяк. Маяк – это высокая башня, наверху которой всегда горит свет. Он помогает кораблям не сбиться с пути. Ветер в парусах поет, наш кораблик мчит вперед. Обгоняя шхуны, облака. Пусть порой крута волна и укрыта тьмой луна, лишь бы свет не меркнул маяка. Ветер в парусах поет, наш кораблик мчит вперед. Было, будет так во все века. Птицы, люди, корабли ищут край своей земли, лишь бы свет не меркнул маяка. Птицы, люди, корабли ищут край своей земли, лишь бы свет не меркнул маяка. Это значит, был маяк? Маяк. А я его... того... того. Ёжик, Тигруня, не расстраивайтесь. Вместе вы быстро все исправите. Вместе? Быстро-прибыстро! Не только мне спасибо, а еще вот, огоньку.
Ай да малыши, такой маяк построили с огоньком. Часики, здравствуйте, малыши. Пришли рост измерять? Вот молодцы. Здравствуйте, можно я первая? Конечно, тигруля. Какая ты высокая. А я выше. Я выше всех. С ушами нечестно. Ха, могу и без ушей. И до солнышка могу. Ого! Вот я какой! Ай да, крошек, до солнышка допрыгнул. Ой, крошек, что это у тебя стучит? Ой, у меня. А что это? Будто дверка хлопает. Это в тебе часики стучат. Ты их проглотил? Я ничего не глотал. Я только прыгал. Вот так. И ап, ха, вот так. Оп, оп. Ой, и во мне часики стучат. Дайте-ка я тоже. А во мне самые громкие часики. Это я еще свои не распрыгал. Осторожнее, малыши. А мы хотим громкие часики. Ой, допрыгались. А вдруг и наши часики сломаются? Все, больше не прыгаем. И не бегаем, на всякий случай. А я лучше полежу. Вставайте, малыши. Я расскажу вам про наши внутренние часики. Про сердце. Сердце. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Крошек, барабан звучит бам-бам. А сердце стучит тук-тук, тук-тук-тук. Правильно, сердце наш самый важный орган. Оно начинает биться еще до нашего рождения. Сердце как насос. Ого! Раз, сердце-насос впускает в себя кровь. Два, толкает ее дальше, по сосудам. Раз, два, раз, два. Сердце взрослого человека размером с кулак. А у детей? А у детей с детский кулачок. Сердце никогда не отдыхает, даже ночью. Но когда мы отдыхаем или спим, оно бьется спокойно. Тук, тук. А когда бегаем, прыгаем, делаем зарядку или занимаемся спортом, начинает биться быстро-быстро. Тук, тук, тук. Такие тренировки укрепляют наше сердце, делают его сильнее. Не только можно, но и полезно. Тогда бежим часики чинить. Ура! Часики тикают! А мы? И мы тикаем. Это сердце говорит. Привет, привет. Как много вы узнали. И почему стучит сердце, и как о нем позаботиться. Молодцы, малыши! Самый-самый. Раз, два, кувырок. А если вот так? И вот так. Здравствуйте, малыши! Ого! У вас тут целый спортзал. Ага, физкультура.
Потренируемся и станем самыми-самыми. А я уже стал самым громким. Не-а, самым быстрым. И самым ловким. Ух ты, крошек, а меня научишь? И еще я самый меткий. Раз и гол! Вот это да! А еще раз покажешь? Потом! Дай-ка я! Хопа! Ну что я говорил? Я самый-самый! А давайте устроим эстафету. В ней каждый сможет показать свои умения. Эстафету? Давайте! А что для этого нужно? Ну, для начала нужно разделиться на команды. Нюшенька, Барашек, Ёжик, а ко мне в команду, я же самый-самый. Вот именно. А я вот буду в команде с Тигруней. На старт, внимание, марш! Ай да малышарики! И с эстафетой справились, и спортивным трюкам научились, и хвастовство победили. Хвастовство. А я самая ловкая, лазаю лучше всех. А я бусы сделала красивые, у вас таких нет. А я... А у меня... Вот... Тише, тише, малыши! Попробуйте то же самое рассказать без хвастовства. А как это? Не словами, а делами. Так, чтобы и свое умение показать, и друзей не обидеть. Вот, Пандочка, какая ты ловкая! Ниточку сюда! Сюда? Бусинку вот так! Вот так! Правильно, малыши. Хорошие поступки сами себя хвалят, без всякого хвастовства. А я стишок хороший знаю. Мы, ребята, храбрецы, мы большие молодцы. Всем на свете нравимся. С хвастовством мы справимся. Фотоаппарат. Ого! Здравствуй, ежик. Что это ты нашел? Здравствуйте, я не знаю. Это фотоаппарат, им можно делать фотографии. И я смогу. Конечно, тебе нужна вон та кнопка. Только придется поспешить. Видишь, мигает красный огонек. Скоро батарейка сядет, и фотоаппарат выключится. Ой, что же мне сфотографировать? Сфотографируй что-нибудь важное. Что-то или кого-то, кого любишь. Это легко. Нюшенька, улыбочку. А что это вы делаете? Ёжик, ты чего? Не знаю, кого сфотографировать. Я и тебя люблю, и барашика. Как выбрать? Что выбираете? Ёжик не знает, кого сфотографировать.
не может выбрать, кого он больше любит. Фотографируй меня! Меня фотографируй! Фотографируй меня! Я всегда с тобой играю! Я твой любимый друг! Нет, я... Я и бабочек люблю. Все понятно. Ёжик нас не любит. Бабочка дороже нас. Ну, играй теперь с бабочкой. Ну что же вы, малыши, разве нужно выбирать? Можно любить всех сразу. Любовь. Крош, я люблю тебя. Как деревьям нужен дождик, ну а рыбам океан. Как представить невозможно этот мир без солнца нам. Как весной под снегом дышит, просыпается трава. Человеку нужно слышать эти главные слова. Я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю. Тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Тигруня, что случилось? Я тоже не могу выбрать, кого я люблю больше. И я не могу. А я больше всех не могу. Значит, ты не мог выбрать, потому что любишь всех одинаково. Да. Ой, кто-то фотоаппарат зарядил. Больше не нужно спешить. Фотографируйте все, что любите. Улыбочку. Теперь все уместились. Точно все? Мы вас любим! И я вас люблю, малыши. Как здорово, когда есть те, кого любишь, и не нужно выбирать. Мячики. Здравствуйте, малыши. Во что играете? В мячик. Ой. Крошик, а зачем тебе ведерко? А вот зачем. Вот это да! Хороший бросок, Крошик. А я тоже так могу. Здорово, Пандочка. Ёжик, а ты попробуешь попасть? Не знаю. Наверное. Ой, не попал. Ничего, ёжик, в следующий раз обязательно получится. Смотри, берешь мячик и... Опля! Видишь, просто надо прицелиться. Какая у вас игра интересная. Мы тоже хотим. А давайте, кто больше мячиков забросит? Чур наши красные. А наши синие. А где же ёжик? Ёжик, пойдем играть! Не хочу, не умею. Да что там уметь? Раз и бросил! Ага, раз и не попал. Пусть ёжик немножечко отдохнет, а вы поиграйте без него, хорошо? Раз, два, три, начали! Время вышло. Давайте посмотрим, каких мячиков больше в ведерке. Красных или синих?
Так, в ведерке 4 синих мячика и 5 красных. Ура! Мы выиграли! Вы выиграли, потому что вас больше. Вы успели больше мячиков забросить. Давайте еще сыграем. Ага, то бы мы снова проиграли. Нас-то меньше. Эх, вот бы ежик с нами. Я попробую вам помочь выиграть. Ура! А сейчас в ведерке 5 красных мячиков и целых 6 синих. Теперь мы выиграли! Каждая команда выиграла по одному разу. У вас ничья. Как ничья? Каждая команда выиграла. У нас 2 победы сразу. Молодец, ежик. А главная победа в том, что ты победил свой страх неудачи. Страх неудачи. Нет, у меня не получится. Попробуй. Ну вот, опять неудача. Неудача? Вот незадача. Как нам эту незадачу решить, малыши? Не обижаться и не злиться, а постараться и потрудиться. И тогда любая неудача превратится в удачу. Нужно просто постараться и немного потрудиться. И любая неудача в удачу превратится. Ура! Ура! Колючка. Доброе утро, дети. Начинаем гимнастику для тех, кто хочет быть здоровым и никогда не болеть. Готовы? Да! Готовы! Оп! А мне не нужна гимнастика. Я и так никогда не заболею. Я супергерой. Оп, оп, опа. Ой, пропал обруч. Держись, обруч. Супергерой идет на помощь. Крошик, осторожно. Кактус колючий. Супергерой не боится колючек. Я же супергерой, а он царапается. Не расстраивайся, крошик. Мы заклеим твою царапину пластырем. Теперь хорошо? Ха-ха-ха, хорошо, но мало. О! Ой, мумия! Крошик, зачем же тебе столько пластырей? Это будет моя суперзащита! Я же супергерой! Тогда, может быть, ты сделаешь вместе с нами свою супергеройскую гимнастику? И раз, два, три! Закончили! А теперь прыгаем на скакалках. Ой! Крошик, ты чего? Жарко. Разве жарко? Не жарко. Крошик, ты все путаешь.
Дело в том, что кожа крошика вся заклеена пластырями и совсем ничего не чувствует. А кожа умеет чувствовать? Кожа умеет очень-очень много. Кожа. Ой, какие опасные микробы! Что же защитит нашего храброго рыцаря? Кожа! Наша кожа умеет дышать через такие малюсенькие форточки. Они называются поры. А-а-а. Вот ежик! Как ты узнала? Почувствовала кожей. Да, наша кожа позволяет нам чувствовать на ощупь. А еще кожа покрывается мурашками, когда нам холодно или страшно. Ого, тоже кожа? Да, кожа всем нужна разная. О, обложка Книжкина кожа. А что, можно сказать и так. Обложка защищает книжку, а кожа защищает нас. О, эта суперзащита мне больше не нужна. У меня уже есть одна. Вот, кожа. А? Ты что загрустил, крошек? Колючка, она меня поцарапала. Получается, что моя суперзащита теперь порванная? Не переживай, крошек. У кожи есть еще одна суперспособность. Она умеет заживлять ранки. И твоя царапина скоро заживет. Вот, надевай свой плащик, крошек. Но больше об колючки, не царапайся. Очень правильно. Кожу нужно беречь, как самый-пресамый геройский суперкостюм. Ура! Я супергерой! Суперцвет. Здравствуйте, Груня. Что рисуешь? Здравствуйте. Неважно. У меня ничего не получилось. Барашек, ежик, а что у вас? Лучше не показывать. Такое не бывает. Бывает разное. Даже вот такое? Конечно, красный огонь бывает. А это трава. А вот мой рисунок. Угадаете, что на нем? Синий мячик. Только это апельсин. Но это я точно знаю. Банан. Почти. Это баклажан. Это потому, что у нас нет нужных красок. А куда же они делись? Их все забрала пандочка и перемешала. Чтобы сделать суперцвет, которым можно все при все нарисовать. Вот все, что осталось. А вот и я. А у меня получился суперцвет. Вот. И что тут нарисовано? Это море, это рыбка, а вот солнышко. Разве не понятно? Нет, не понятно. Я думала, только мне непонятно. Зря я краски перемешала. Пандочка, смешать цвета – отличная идея. Просто нужно знать, как правильно смешивать. Ого! Как смешиваются краски? Желтый цвет, синий цвет, краски-маласки. Сейчас будет фокус? Нет, будет волшебство. Получается зеленый. Вот это да! Ну, крошек! Я тоже так хочу! А знаете секрет, малыши? Волшебником может стать каждый. Краски лучше смешивать в отдельной баночке или на палитре. Попробуем. Красный плюс желтый получился оранжевый. Карандашами можно рисовать одним цветом поверх другого. Ну-ка, малыши, сначала синий, потом красный. Получился фиолетовый.
Ломастерами можно рисовать много-много точек двух разных цветов. Вот это да! Синий-желтый, синий-желтый. Получился зеленый. Красный и желтый, оранжевый. Красный и синий, фиолетовый. Желтый, синий, зеленый. А у меня еще один фокус есть, тоже волшебный. Ого! Смотрите, меняет цвет. Ух ты! Смешиваются. Волшебство! Да, малыши, это настоящее волшебство. Синий, красный, желтый цвет. Всем волшебникам привет! Вот это да! И мы так сможем. Ну, конечно, сможете. Давайте скорее смешивать. Всего из трех красок вы научились смешивать столько цветов. Ай да супер, малыши!